Тепло поступово приходить у жилевый фонд принимания. Решение про включение отопления у домах принимают органы мясцовой улады. Коли среднесуточная температура на протягу трех дён плюс 8 и нижейшая. У связи с понижением градуса на улице у опошние дни городские и районные выконкамы узгодняют старт сезона горячих батарей у кватерах. 7 кастрычника тепло пришло у жилые дамы Гродно, а вось жыхары Лічыны греются уже с выходных. Решение о включении отопления в жилищном фонде по городу Лида было принято Лидским районным исполнительным комитетом 4 октября. И уже начиная с 5 октября персоналом Лидских тепловых сетей и Лидского ЖКХ ведутся работы по включению отопления. Подключение жилых домов к сетям теплоснабжения производится поэтапно в соответствии с графиком включения отопления, утвержденным в Лидским районным исполнительным комитетом. Следует учитывать, что после начала подачи теплоносителя организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, производит проверку работы оборудования и первичную его регулировку. На сегодняшний день включено отопление в 97% жилых помещений. Соответственно, идут работы, и все остальные потребители также будут включены в ближайшее время. Одночасово с жилевым фондом обогревальный сезон начинается у интернатах, музеях, установах культуры, лазнях и гостиницах Гродненской области.